Як віддатися музиці під час живого виступу? Ну, рекомендації будуть следующие. Все в этом мире, не только музыка, многое зависит от уверенности в себе. И когда ты много практикуешься, много занимаешься, ты уверен в себе, тебя мало какие факторы могут отвлекать. Ты выходишь на сцену, и ты знаешь, что ты можешь сыграть, ты уверен в своих знаниях, в своих возможностях, и это очень сильно помогает. Ты не надеешься на какое-то мимолетное вдохновение или на какие-то другие моменты. Ты четко знаешь, что ты проработал, как проработал, и ты в любой момент дня и ночи можешь встать и отработать все, что ты сделал. Это и в музыке, и в спорте, и во многих других моментах происходит точно так же. Поэтому, чтобы отдаться музыке во время выступления, чтобы тебя ничто не отвлекало, ни звук, ни мнение людей, ни какие-то конкретные люди, находящиеся в зале, нужно просто много практиковаться, много заниматься, и так же, как и в любой другой сфере, от этого опыта, от навыка есть большой успех.